Доброго времени суток, уважаемый зритель! Я продолжаю тебя знакомить с проектом Браво. И этот видеообзор я бы хотел продолжить со знакомства с командой. Вот эта команда Браво, как мы видим, что ее... Так, погодите, случайно вышла. Вернем назад. Чуть немного перелистнуть. Вот, как мы видим, что ее основатель и соучредитель уже 22 года в маркетинге. Как вы понимаете, 22 года – это действительно большой срок. Также есть LinkedIn, также мы будем переключаться на любого из желающих, и у каждого есть профиль в LinkedIn. Немножечко подтормаживает, не знаю, чем это вызвано. Но, как мы видим, что очень круто сделано, то есть он возвращается на предыдущее место. Как видим, куда бы угодно мы бы не запихнули кого угодно, он все равно туда перейдет. Очень интересно сделали, мне очень понравилось. Но, как вы смогли заметить, если вы читали, а не слушали меня, то команда у них действительно достойная. Много людей, у кого опыт работы более 10 лет, есть люди, у кого опыт работы более 20 лет, вот как минимум мы насчитали уже троих из тех, кого я кликнул. У кого-то просто не написано. Но в любом случае видно, что команда действительно состоит из профессионалов, которые каждый знает свое дело. Как видим, вот у Адама профиль не LinkedIn, а Instagram. Но также есть какой-то свой профиль, в котором вы можете его изучить. Поехали дальше и посмотрим уже на... Так. Вот и они, специалисты данного проекта. Также красиво все размещено, предоставлено. Также все люди лучезарные. У каждого свой есть профиль в соцсетях, что также не может не радовать. Давайте перейдем на некоторых из них и посмотрим, что же они умеют, что же они знают. И я, конечно, делаю это очень быстро, просто для того, чтобы вам показать, что у каждого есть профиль LinkedIn, у каждого есть какая-то информация, что все очень красиво, люди все очень добрые на первый взгляд. И, конечно, видно, что они какие-то разглядяи, действительно умные, образованные люди, которые помогут вам справиться со всеми проблемами. Ведь это... И помочь команде, конечно же, поднять проект на новый уровень. На этом команда проекта заканчивается. В следующих видеообзорах мы, конечно же, с вами расскажем о многом другом. Я надеюсь, что вам было полезно узнать информацию о команде. Более подробную информацию вы, конечно, можете узнать сами, перейдя на их профили. Просто это очень долго, поэтому я этого не делаю. А вы, конечно же, сделайте все очень просто. Кликаем здесь Team и переходим. Не надо ничего листать, все просто Team и перешли. Не забывайте ходить по ссылочкам в описании. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.